Здравствуйте, дамы и господа! В одном из своих роликов я озвучил мысль о том, что действующая власть, какой бы плохой или хорошей она ни была, завсегда лучше новой власти. Сегодня будет стихотворение, автор которого на определенном этапе развития моей родины была очень недовольна действующей властью и всеми фибрами души желала перемен. А вот когда на смену действующему строю пришел другой, то новая власть ей, мягко говоря, оказалась меньше по душе, чем та власть, которая была изначально. Собственно, так и родилось стихотворение, которое я сегодня исполню. Итак, Гиппиус Зинаида Николаевна. Простят ли чистые герои? Мы их завет не сберегли. Мы потеряли все святое, и стыд души, и честь земли. Мы были с ними, были вместе, когда надвинулась гроза. Пришла невеста, и невесте солдатский штык проткнул глаза. Мы утопили, с визгом споря, ее в чину дворца на дне, в незабываемом позоре и на ворованном вине. Ночная стая свищет, рыщет, лед по Неве кровав и пьян. От петли Николая чище, чем пальцы серых обезьян. Рылеев, Трубецкой, Голицын, вы далеко в стране иной. Как вспыхнули бы ваши лица перед оплеванной Невой. И вот из рва, из терпкой муки, где по дну вьется рабий дым, дрожа, протягиваем руки, мы к вашим саванам святым, к одежде смертной прикоснуться, уста сухие приложить, чтоб умереть или проснуться, но так не жить, но так не жить. Всем спасибо.